И в заключение о людях, событиях, явлениях, которые также оказались в центре внимания китайских журналистов. Большой сюрприз для большой двадцатки приготовил художник из Ханчжоу Джан Вэйюн. По случаю саммита G20, который в начале сентября пройдет в его родном городе, он вырезал из бумаги самые известные достопримечательности стран, которые участвуют в форуме. Гостям приятно, а хозяева мероприятия познавательно. Узнать о безграничных возможностях человека смогли посетители «Желтого каньона» в Нинсяхуэйском автономном районе. Канатоходец Адил Хаксур вместе со своим учеником прошел по веревке, натянутой над пропастью. До земли было 1800 метров. Так король высоты побил собственный рекорд 16-летней давности. Тогда он пугал туристов в провинции Хунань, балансируя на уровне в 1400 метров. Необычный рекорд поставили в Политехническом университете северо-западной провинции Шэньси. Там устроили самую большую в мире спальню на 300 человек. Общежитие новичкам пока не положено, но «Альма-Матер» гостеприимно распахнула двери спортивного зала. Первая ночь в «Альма-Матер» студентам запомнится жесткими циновками и беспокойными соседями. Зато платить за такой ночлег им не придется.